Дети и взрослые, люди разных профессий, национальностей, вероисповеданий. Русские, белорусы, украинцы, армяне и многие другие. Большая интернациональная хостинская семья тоже отмечает День России. Погода не самая лучшая для праздника, но это никак не испортило настроение жителей. Настроение отличное. Вот, пришли посмотреть на выступление детей. Мой сын выступает здесь тоже, спел песню. День России, но это большой праздник для всех. Долго думать над концертной программой организаторам не пришлось. В хосте много своих талантов. На сцене участники творческих коллективов района. Это самый лучший праздник моей жизни. Я была и во Франции, и в Чехословакии, и на Кубе. Но лучше, чем Россия, нет. Концерт понравился не только местным жителям. На площади собралось множество отдыхающих. Армяне приехали сюда отдыхаем. Нам нравится этот город Сочи, именно хоста. Мы здесь живем. А праздник вообще? Как? Праздник, это День России. Очень нравится нам. Мы этот веселим, танцуем. Праздничный концерт в хосте продолжался до позднего вечера. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.